В эфире «Вести утро» Карачаево-Черкесия. Я вас всех приветствую. А вот будет ли ветер перемен, сейчас мы узнаем. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, в горах минус 2, плюс 3. Днем плюс 17, плюс 22. И местами плюс 10, плюс 15 градусов. В Черкесске без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 20, плюс 22 градуса. Проект студентов КЧГУ имени Умара Алиева вошел в десятку лучших инициатив Федерального акселератора педагогических проектов и будет представлен Министерству просвещения Российской Федерации. Данная идея – это создание педагогического хакатона. Учитель на высоте позволит учителям информатики постоянно повышать свою квалификацию и приобрести новые знания в сфере IT. О целях проекта подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Командный проект студентки педагогического факультета КЧГУ Амины Болуровой «Северокавказский педагогический хакатон. Учитель на высоте» в связи с технологическим прогрессом направлен на постоянное повышение квалификации и приобретение новых знаний в сфере IT учителями информатики для эффективного образовательного процесса. В финале федерального акселератора педагогических проектов, который проходил в Армавире, проект Амины Болуровой вошел в десятку лучших инициатив и был рекомендован грантовой поддержке Росмолодежью. Начиная с 2022 года мы реализуем ядро педагогического образования и в его рамках готовим студентов к проектной деятельности и формируем у них проектное мышление. И, конечно же, вот участие в таких конкурсах, оно позволяет студентам развиваться, самосовершенствоваться. И на практике уже вот разработанные внутри факультета проекты, на практике их реализовывать и почувствовать себя сопричастными к каким-то преобразованиям, которые происходят сегодня в сфере нашего образования. Участие в хакатоне позволит как педагогам, так и студентам разобрать наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкиваются учителя, и продумать эффективные решения. Также в рамках нашего проекта мы проведем мастер-классы для учителей информатики в школах Карачаевского городского округа, отмечают организаторы педагогического хакатона. Идея была создана по той причине, что у нас были, можно сказать, заявки, проблемы, которые нам сообщили учителя информатики. И мы сделали Google-форму, по которой они говорили, отвечали на вопросы, какая проблематика, какие проблемы есть. И мы, отталкиваясь от данной Google-формы, создали данный проект. После того, как мы провели опрос, выявили определенные проблемы, результатами стали это три основные проблемы, наиболее актуальные. Первая проблема – это информационная безопасность, то есть как обезопасить детей в современном мире, в системе СМИ. Второй вопрос – это стала подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, то есть к сдаче экзаменов. И третий вопрос – это подготовка самых младших школьников в возрасте от 6 до 14 лет к урокам информатики уже в старших классах, то есть начать детей готовить уже с младшего школьного возраста к тем же экзаменам ОГЭ и ЕГЭ. Важно отметить, что студенты-участники хакатона получат опыт в наставничестве, а учителя школ – решение актуальных проблем. Алихан Лепшоков, Олег Молхожев, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Этот эфир завершен, а через несколько минут выйдет информационный выпуск на абадинском языке. А затем вашему вниманию будут представлены программы абадинской редакции. А с 14:30 вместе с Аллой Динаевой смотрите «Вести». Удачного продолжения дня и до встречи!